You don't like me. Now. I'm sorry. Look. Я тебе кохаю. Еще тут есть вот такой водный центр, где ты можешь взять бананы, байдарки, лодки какие-то, с парусами, без парусов. Вот так одеваешь спасательные жилеты, тебе проводят инструктаж, и едь, катайся сколько хочешь. Мне кажется, мне нужно стать тревел-блогером. Вот это я вот так хожу, здесь снимаю, это смешно немного. В общем, бассейны. Вокруг территории можно плавать везде, тут есть и джакузи, такие классные кровати, которые находятся на пляже тоже, и лежаки. Также на территории есть кофейня с вкусным кофе, правда. Ну что, welcome to Majestic Mirage. В общем, это ресепшн. Тут находятся бары, большая красивая лестница, там проходят шоу. Здесь спортзалы, рестораны, кофейни, магазины, все что... Тут находится Атлантический океан. Вот он, во всей красе.
плавать ночью тут нельзя, потому что вылазят акулы, сказали. Поэтому no-no. Так, вопрос номер первый. Какая у меня разница во времени с Доминиканой и местным киевским? Минус 8 часов. Слава богу, у меня джетлега не было, и нет, потому что я летела 9 часов и выспалась в самолете, то есть приехала, тут уже был вечер, легла нормально спать, и все. Ребят, я не ожидала, что мой отдых вызовет столько вопросов у всех китеров и моих подписчиков. Захожу в директ, и я немножко в шоке. В общем, мы с моим другом Пончиком идем сейчас на пляж и начинаем отвечать на ваши все интересующие вопросы. Ты прикинь.